Пьянящим звуком воздух городской невольно дрогнул, сбросив негу сна. Дает концерт оркестр духовой и вторит песни «Солнце и весна». И гости краевой столицы, вас приветствуют участники третьего международного военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Амурские волны». Звучат гимны стран участников фестиваля. Государственный гимн Монголии дирижирует начальник военно-оркестровой службы вооруженных сил Монголии, руководитель образцового показательного оркестра Генерального штаба вооруженных сил, полковник Тумурбат. Государственный гимн Японии дирижирует начальник оркестра Северной армии сухопутных сил самообороны Японии, главный дирижер майор Йосиюки Като.
Государственный гимн Российской Федерации. Дирижирует начальник Центрального военного оркестра Министерства обороны, заслуженный артист России, полковник Сергей Дурыгин. Члены правительства Хабаровского края, представители администрации города Хабаровска, военного управления и правоохранительных органов, ветераны войны и труда, жители и гости краевой столицы. В этом году фестиваль «Амурские волны» посвящен Году культуры в России. Хабаровчане благодарят учредителей фестиваля, Министерство обороны Российской Федерации, правительство Хабаровского края и лично губернатора Вячеслава Ивановича Шпорта, администрацию города Хабаровска и лично мэра Александра Николаевича Соколова за возможность быть сопричастными к столь значимому и масштабному культурному событию. Художественный руководитель фестиваля, главный военный дирижер Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-лейтенант Валерий Халилов, которому указом президента страны Владимиром Владимировичем Путиным в марте этого года было присвоено почетное звание «Народный артист России». А сейчас прозвучит произведение, ставшее визитной карточкой фестиваля. Макс Кюс, вальс «Амурские волны». Сводным оркестром участников фестиваля дирижирует начальник президентского оркестра Республики Казахстан, заслуженный деятель искусств Казахстана, полковник Талгат Бердигулов. Thank you.
А сейчас коллективы, участники фестиваля, выступят перед вами со своей программой плацконцерта. На площади гарнизонный военный оркестр города Хабаровска. Военный дирижер, капитан Павел Зубков. Thank you.
площади военный оркестр 101-й бригады управления 29-й армии Чеченского гарнизона. В этом году оркестру гарнизона исполняется 60 лет. Начальник военного оркестра, художественный руководитель капитан Денис Сазонов, военный дирижер, старший лейтенант Павел Намаконов. Thank you.
Оркестр штаба Восточного регионального командования внутренних войск Министерства внутренних дел России, город Хабаровск. Начальник военно-оркестровой службы подполковник Марк Еремеев, начальник оркестра капитан Тарас Юричин. Дело свое твердо знаем, и от жертв
оркестр военно-музыкального училища при Университете обороны Монголии, город Улан-Батор. Этот известный во всем мире коллектив впервые в нашей стране. Нам выпала огромная честь первыми встречать оркестр на Амурской земле. Директор военно-музыкального училища оборонного университета Монголии, полковник Мунхтун Галак, дирижер майор Анг Баяр. В программе прозвучит произведение, которое будет исполнено на монгольском национальном инструменте маринхур, солист Батбатар. Танцуют Наран Делгер и Ленха Ролл, солист лейтенант Энг Жаргал. Yeah.
оркестр штаба Восточного военного округа России, город Хабаровск. Начальник военно-оркестровой службы округа майор Владимир Пахомов. Начальник, художественный руководитель оркестра капитан Павел Сергиенко. Военный дирижер оркестра старший лейтенант Илья Сергеев. Yeah.
На площадь выходит оркестр Северной армии сухопутных сил самообороны Японии, город Саппоро. Сегодня для нас большая честь принимать на дальневосточной земле этот замечательный коллектив мирового масштаба. Начальник оркестра Северной армии майор Йосиюки Като, солист Хаяси Кацунари.
Thank you.
Солнце луч заигрывает с медью, отражая золотистый блеск. Четким шагом через все столетия марширует духовой оркестр. На площадь вышел коллектив, который завоевал сердца всех хабаровчан. Оркестр штаба Центрального военного округа, город Екатеринбург. Руководитель оркестра, начальник военно-оркестровой службы округа, подполковник Геннадий Колосов. Художественный руководитель оркестра, заслуженный артист России, подполковник Юрий Бучуков. Начальник оркестра, майор Денис Анечков. Заслуженный деятель искусств России, полковник Александр Павлов. We'll be right back.
два, раз и... Thank you.
небо в беспрерывном гуле. Играют трубы на закате дня, и звуки, как светящиеся пули, летят в закатном заре не звеня. Дорогие друзья, на площади Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации, город Москва. Один из самых известных военных оркестров мира. Звучащая эмблема вооруженных сил – национальное достояние России. Оркестр – постоянный участник самого масштабного международного фестиваля военной музыки «Спасская башня». Начальник оркестра – заслуженный артист России полковник Сергей Дурыгин, дирижер – капитан Андрей Нисенбаум. Thank you.
Центральный военно-техник Министерства обороны Российской Федерации. На музыкантах точная копия формы Преображенского полка второй половины 19 века. Дирижирует главный военный дирижер Вооруженных сил Российской Федерации, народный артист России, генерал-лейтенант Валерий Халилов. В исполнении сводного оркестра фестиваля «Амурские волны» звучит фестивальное попурри.
русских гол звуки, и мы не дадим вам умереть от скуки. Где Амур, там пустива, где Амур, там пустива, где Амур, там пустива. В Хабаровском расстаться будет очень жаль. Где Амур, там пустива, где Амур, там пустива, где Амур, там пустива. В Хабаровском расстаться будет очень жаль. Финал торжественной увертюры 1812 год Петра Ильича Чайковского. Thank you.
концертная программа 3-го международного фестиваля военных духовых оркестров «Амурские волны» завершена. Учредители 3-го международного фестиваля военных духовых оркестров